это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Так, ладно, все. Все хотели Майнкрафт, я не смог отказаться. Хотят модерку, да, много желающих пополнить модераторский состав, смотрю. О боже, опять модераторский состав пополняется. Опять шлюху кто-то возьмет, сука. Так, ну-ка вот послушайте правила. Так, по правилам давай. Нужно найти алмаз и поставить его в рампу на крест. Модерка СТА будет из чата или кто много замамонтил. Я тебе помогать буду, чтобы зяблам сложнее было. Понял, если мама, будут ты душить. В деле. Понял, мамонты в деле, мамонты работают. Итак, пошел прогрев мамонтов. Так, ладно, вроде у меня пока все есть. Женская любовь. Подхожу для модерки, дедуль мне на ноготочке не осталось. Отдала. Малышка, ты не только для модерки подходишь, зайка. Ты подходишь для любви полной. Именно это, поняла? Такой типа... Вот такой вот, типа... Ну, типа... Что там у Ольки с лицом, спрашивал? Заткнись. Ой, блядь, сука, одно пердит, другой привет и выпрашивает. Один сидит и мамонтов доит. Сюда, сюда. Женский гибок. Хлопцы, домашнее задание, слухаем. Да-да, Серега, слушаю. Запрет это полностью. Болгарчат, выдел. Хлопцы, домашнее задание, хорошо. Слухаем. Сейчас, Сережка. Сейчас. Сейчас, ребят, Серега. Запрет это полностью. Болгарку. Прочат, выдел. Сейчас я болгарку, Серега просит болгарку. Так, ребят, пожалуйста, не трогайте меня здесь. Я вас прошу. Давайте нам немножко. Алина. Не трогайте меня в игре, потому что... Ребята, я сейчас у Сереги болгарку. Просто пацан приехал, болгарку ждет. Алла, Сережка. Да-да, привет, Серег. Да, хаос мод на стриме. Сейчас попрет. Что говоришь? Ну давай. Так, сейчас зяблы я отойду. Не трогайте меня пока, пожалуйста. Ням-ням-ням. Хы-хы-хы-хы-ха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 
Нахуй можно, блядь, смех ведет, сука. Кому-то донат есть вообще? Иди нахуй, блядь. Серега, здорово. Что-то у тебя голос как-то пенится. Заболел, что ли? Давай поправляйся, дорогой. Я в ахуе, блядь. Сука. О. Они по тому компу сидят и хикают вдвоем, комменты смотрят. Кстати, это такой звук был от того, что она по лысой голове лупила. Налупи еще его, пожалуйста. Дай по лысой башке, Алиночка, мочинь просим. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Так, ребята, сори, отходил немножко. Серега, болгарку, диски искали долго. Там 125-й, а у него только 137-й. Ого, тут кто-то ходит.
А кто Денис-то здесь? И так мое нежное отсутствует. Даже не за 2000. Придурок, привет. Давно тебя не было, ишачка. Ой, мразь, сука. Все, сука, все напрасно, мразь. Денис мой, девки, отстаньте от него уже. Денис, слушай. Валера Гладиатор, слушай. Хлопці, домашнє завдання, слухаємо. Запретити повністю. А причат виділ. Извините, просто Серега приходил за... Мне позвонила, говорит, гитара. Щарю, и да. И что? Короче, заткнись. Ты думал, ты убил меня? Нет, ты сделал меня сильнее. Понял? Лох. Со мной я и мои братья. Я не один, я тебе сказал. Ты проиграл. Ты лох. И Трич проиграл. И Батуа проиграл. Ой. Ты что, мимолетного видел? Бля, ты мимолетного дал, чел. Сука. Опять мудак, сука, въебал, а? Алмазная девочка. Марселло, ты чё, лом? Школьник, ты лом. Ой, этот самый, шлепок поймёшь. Сука, яха. Закрывательные действия, Серёга. Всё, дырка. Фу, теперь верхолазку надо. Всё, сейчас на край сделать и все сверхухи. Все, у меня алмазная фабрика, 6 алмазов. Че по лицу, шлепок? Девка, шо ты, а? Кислый. Шо ты, кислятина? Шо ты, кислый шлепок? Кисленький. Давай кисляк, кисляком тебя назову сегодня. Шо ты, кислячок? Ты лох, сука, ты оконек, да? Ну-ка тебя поймать надо туда. Иди сюда, мне наживка. Пена. Че с лицом, дорогой? Раскумариться не хочешь? Мое нежное активирует двойное самоуничтожение за 2000 рублей. Упс. Мальчик активирует ловушка из паутины за 250 рублей. Ёброт. Мразь. О, мама, алмазики. О, падает с паутинки. Алмазная фабрика. Я тебя не вижу. Алмазная девочка, я тебя ненавижу. Ой, все. По лицу что? Быстро, крест. Крест. Марсело, это, фиксирую. Все, победное. Хопа. Так, крест, да, крест. Сухачевский мальчик активирует случайные мобы за 100 рублей. Так, крест. Крест. Считай лифт до поверхности. Не подари. Все, победа, братан. Все, изичная пошла. Это крест, да. Маслури. Все, ребята, я в это победная. Смотри, алмазы на кресте стоят. Ну, Марселоти, ну? Блядь, какая рамка. Ты что, ебанутый, что ли? В рамку.
Ну все. Рамка. Вот, все, готово. И Баластрот активирует уронит наковальню за 150 рублей. Смотри, чел, в рамке стоит, да? Дед, может в сталкер все атаки? Там тоже можно подоить донатов неплохо. А, ну тогда пойдем в сталкер, если такое дело. Алмаз в рамке, все как и я. Рамку крафтить нужно до... Блядь. Ты чё, ёпты? Брат, чего? Ты сумасшествие! Братан, ты чего? Спасибо большое. В смысле крафтить? Я не знал. Я выиграл уже, вон рамка, вот алмаз, городёмка. Всё, я выиграл, не надо меня маслить. Выдумывать какие-то выдуманные вещи. Чё ты сказал? Выдумывать выдуманные вещи. Нормально сказал. Господи, как ты заебал, долбоёб! Мама, блядь! Сука, ты что, конченый или что ты? Голова, ты мутант, ты что, припудренный или что? Я уже скрафтил рамку, короче, Марселоте, это считается. Потому что все, рамка в моем кармане и алмазы. Рамка у меня была, алмазы у меня было. Все, он просто убил меня, когда у меня была рамка и алмазы. Да конечно, наиграешь как-то слабенько. Ты новичок? Сюда. Ты проиграл, чел. Не надо было меня оскорблять, когда я тебе помогал. Дроп уже пропал, КСТА. За алмазом бегом. Натура для чата. Я не буду сейчас заново алмазы добывать. Мне не дадут это сделать. И потом это мне уже с**ало. Я тебе сказал. Резатель. Напиши что там в чат. Если в чат ничего сейчас не пишешь, резатель, то будет перекрут. Да. Ботник. Ага, во. Все, резателю дал. Да. Все, дал ему модерку резателю. Все.